Всем доброго дня, уважаемые любители ювелирных украшений! Приветствую вас на канале Зирка-Ювелирка. Спасибо, что вы с нами. Сегодня у меня цвет настроения бирюзовый, и наша распродажа будет посвящена камушку бирюза. Бирюза у нас будет представлена с марказитами, то есть в капельном серебре. Ну, кто еще его называет, лучистый колчедан или гематит. В принципе, все эти камушки у нас сегодня будут обыгрывать небесно-голубую, очень красивую бирюзу. Прежде чем начать демонстрацию изделий, хочу вас попросить подписываться на наш канал, ставить лайки и, конечно же, писать комментарии. Нам будет очень приятно. Ну что, начнем. Сегодня лот номер один. Вот такая вот бирюза в форме маркиза. Изделия очень красивые, винтажные, необычные. Дизайн, необычная форма. Размер колечка 18,5. Его вес 5,42. Стоимость 275 гривен или 10 долларов. Колечко довольно крупное. Форма, видите, такая удлиняющая пальчики. Поэтому, кого пальчики надо удлинить, пожалуйста, очень интересный вариантик. Так, следующее кольцо. Лот номер 2. Размер колечка 18, очень необычный винтажный дизайн. Стоимость его 300 гривен или 11 долларов. Вес 6 грамм. И вот такая у нас капелька с двумя овальчиками, кабошончиками бирюзы. Лот номер 3, стоимость его 300 гривен или 11 долларов. Представлена в 19 размере. Все колечки в одном размере практически, поэтому выбирайте, если вам размерчики подходят. В принципе, будем рады. Смотрим дальше. Более лаконичные модельки. Хотела вам сказать, девочки, что все изделия с распродажи представлены со скидками до 90%. То есть от цены в магазине мы делаем максимально возможные скидки, так как это уже распродажа, коллекции заканчиваются. На данный момент все, что вы видите, есть в наличии, но торопитесь, бронируйте. Мы можем, если у вас, допустим, есть желание купить через несколько дней, до 2 недель изделия можем забронировать. Лот номер 6. Колечко такое классическое. Представлено оно в 18 размере. Размерчик 18 полномерный. Стоимость его 210 гривен или 8 долларов. Вес 4,21. Вот такой интересный дизайн, более лаконичный, с бирюзой. Кольцо также 18 размера. Стоимость его 250 гривен или 9 долларов. Это лот номер 5. И лот номер 4. Колечко представлено также в 18 размере. Но я вам скажу, что оно 18,5 спокойно, потому что на моем пальчике великовато. Размер 18, 18,5 возможно. 300 гривен его стоимость или 11 долларов. Лот номер 4. Такие вот покажу вам поближе варианты с бирюзой. Следующие наши модельки. Вы пока рассматриваете, а я вам расскажу о самом камне. Бирюза в природе вообще, она в мелкой фракции. То есть крупной бирюзы природной не существует. Поэтому в данном случае бирюзу обрабатывают специальным способом. Это называется, скажем так, восстановленная бирюза. Или она еще прессованная, ее называют. Вот нам производители объясняли, как это делается. Это камушки улучшают при помощи смол, масел, ну и также окрашивание. Потому что на природе бирюза достаточно мелкая, и стоимость хорошего природного камня очень высока. И визуально вот при хорошей обработке бирюзы не видно, что она там прессованная или это цельный камушек. В принципе, даже бирюза в такой обработке, она считается более качественная. И чаще всего по цене, ну, даже не отличается от необработанной, потому что обработка достаточно дорогая. Ну что, смотрим мы лот
номер 7. Такой вот интересный дизайн. Размер кольца 17. Стоимость его 240 гривен или 9 долларов. Вес 4,83. Вот очень необычный дизайн вот этого колечка. Лот номер 8. Мне очень нравится этот дизайн. Стоимость его 290 гривен или 11 долларов. Представлено оно в 19 размере. И лот номер 9. Лот номер 9. Стоимость 270 гривен или 10 долларов. Также в 19 размере. Вот чудесно. У нас сегодня с вами есть большие размеры. Вот вы всегда спрашиваете, есть ли большие. Есть. Можно что-то подобрать. Вот следующие наши такие классические модельки, очень подходящие под вот любой какой-то ваш гарнитур, может быть, с бирюзой или ваши бусы, потому что дизайны очень лаконичные, классические. Лот номер 10 представлен в 18 размерчике, стоимость его 200 гривен или 7 долларов. Вот шинки тут стандартные, я вам показываю так, в принципе, больше визуальную часть колечка, но шинка стандартная. Дальше лот номер, сейчас мы 11 положим, лот номер 11. Кольцо представлено в размере 18,5, стоимость 250 гривен или 9 долларов. Вот такой лот номер 11. Лот номер 12, колечко 19 размерчика, стоимость 200 гривен или 7 долларов. Выбирайте красоту. Следующие модельки очень интересные, очень необычные формы, каждое колечко. Будем рассматривать. Так, лот номер 14, вот такой, можно сказать, геометрический вариант. 17 размер колечка, вес 6,49, стоимость 320 гривен или 12 долларов. Очень необычный вариант с сердечками. Бирюза, вообще камень. Богатство и благополучие, кстати. Лот номер 13, стоимость его 250 гривен или 9 долларов. Представлено оно в размере 16,5. И лот номер 15. Стоимость этого колечка 270 гривен или 10 долларов, размерчик 16,5. Я вам так их покажу, покручу, поверчу, покажу поближе. Вообще, вот продолжу немножко о мистических каких-то свойствах бирюзы. На Востоке говорили, не оскудеет рука, на которой в перстне бирюза. То есть, в принципе, восточные легенды все гласят о том, что бирюза – это камень, который приносит богатство, приносит деньги и благополучие. Так, смотрим. Лот номер 16. Такой интересный вариант. Размерчик 18 этого колечка. 220 гривен стоимость или 8 долларов. Лот номер 18. Такой необычный листик или яблочко, как бы, может быть, даже ближе к яблочку. Также 18 размер, 270 гривен или 10 долларов. Хочу вам напомнить, что доставочку мы осуществляем по всему миру. Пожалуйста, заказывайте в любые страны. Лот номер 17, тоже интересный дизайн, мне он очень нравится. 18,5 размер, 125 гривен всего лишь оно стоит, это кольцо, или 5 долларов. Вам поближе. Сегодня в нашей распродаже участвует одна единственная брошь с бирюзой, вот в таком исполнении. Брошь, в принципе, такая не маленькая, объемная. Вот, пожалуйста, так она выглядит с обратной стороны. Замочек барашком фиксируется. Эта брошка у нас одна единственная. Вес у нее 9,62, стоимость 500 гривен или 18,5 долларов. Лот номер 19. Пожалуйста, если кого-то заинтересовало, будем рады. У нас сегодня шикарные подвесы с бирюзой представлены. Очень интересных дизайнов, очень
винтажные, необычные. Сейчас мы их будем рассматривать. А вообще еще хотела вам сказать, что есть такая примета народная, что если утром посмотреть на бирюзу, то день будет удачный. Так что предлагаю приобрести что-то с бирюзой, чтобы каждый день на нее смотреть и каждый день был удачный. Лот номер 22, подвеска вот такая в виде солнышка, стоимость ее 300 гривен или 11 долларов, вес 6 грамм. Если вам понадобятся дополнительные видеообзоры, мы с удовольствием для вас снимем. Ушко, вот заводное кольцо здесь достаточно большое, в принципе крупная цепочка подойдет. И каучук будет красиво выглядеть. Лот номер 21. Такой вот красивый цветочек. В середине с бирюзой, кабошон. Стоимость его 260 гривен или 10 долларов. Вес 5,22. Заводное кольцо на этом кулоне среднего размера. Сейчас мы его посмотрим. Я думаю, что цепочка в районе 5-6 грамм. Она должна подойти. Вот такой вот лот 21. И лот 20. Вот крупный такой бирюзовый кабошон. Стоимость его 440 гривен или 16 долларов. Вес 8,91. Так, следующее наше трио из кулончиков. Тоже очень необычные все кулончики представлены. Лот номер 23 с тремя камушками бирюзы, вес 4,84 этого кулончика, 240 гривен стоимость или 9 долларов, полноценное заводное кольцо. Так, лот номер 24, вот это вот наша такая завитушка, стоимость ее 160 гривен или 6 долларов. И лот номер 25. Тоже необычный дизайн. Стоимость 180 гривен или 7 долларов. Так, еще хочу предложить вам из нашей распродажной коллекции кулончики. Тоже кулончик в виде солнышка. Лот номер 26. Стоимость его 250 гривен или 9 долларов. Вот это очень интересный кулончик. Сейчас я вам покажу его поближе. Лот 27, 250 гривен стоимость или 9 долларов. Посмотрите, тут подвижные элементы вот из бирюзы. Очень красиво. То есть представьте себе, как на шейке будет смотреться эти подвижные элементы. Очень интересно. И лот номер 28, стоимость его 150 гривен или 5,5 долларов. Вот такой абстрактный дизайн, я бы сказала. Вот еще такие не более удлиненные варианты кулончиков. Лот номер 29, стоимость 170 гривен или 6 долларов. Лот номер 30, стоимость 200 гривен или 7,5 долларов. И лот номер 31. 31, а стоимость 250 гривен или 9 долларов. В самом начале видео я еще показывала колечко такого же дизайна. Можно подобрать, ну не совсем гарнитур, но полугарнитур. Еще немного расскажу об астрологии. То есть, в принципе, бирюза подходит всем знакам. Особо благоприятна она для стрельцов и тельцов, и козерогов. Поэтому выбирайте, не сильно привязывайтесь к гороскопу, но если среди нас есть тельцы, стрельцы и козероги, это особо ваш камень. Так, ну что, лот номер 32, стоимость его 200 гривен или 7,5 доллара. Лот номер 33, вот такой цветочек, стоимость тоже 200 гривен или 7,5 долларов. У подвески здесь цельнолитой заводное колечко. В принципе, у подвески предыдущий, лот 32, такое же цельнолитое. И лот номер 34. Представлено оно
по стоимости 200 гривен или $7.5. Всех благодарю за внимание. Милые дамы, выбирайте себе подарки, выбирайте подарки для своих близких, подружек, сестричек, друзей. Я думаю, что в нашей коллекции и в предыдущих распродажах еще есть какие-то остаточки. Присматривайте, пишите нам в WhatsApp, Viber, будем рады ответить на ваши вопросы. Всего вам хорошего, всех благ, до новых встреч!